ролик о лжи Нюрнбергского процесса вызвал очень неадекватные комментарии, потому что я позволил себе параллельно рассказать о лжи, которая распространена в русофобской печати, в западной прессе, будь то бы красноармейцы в Германии изнасиловали 2 миллиона немок. Но русофобия очень сильно разлита среди русскоязычных людей, в том числе и среди тех, кто считает себя противниками совка, советского режима, коммунистического режима. И они вот эти все байки подлые об изнасилованиях, несомненно, считают абсолютно правдивыми. Считают правдивыми до такой степени, что еще предлагают посмотреть видеоролик какого-то ветерана, непонятно какого, возможно, ветерана, но это явно сексуальный маньяк, у которого, и из этого делается вот прямой вывод, человек рассказывает именно об этом, и ролик, такой длинный ролик, там 40 тысяч просмотров, посвящен именно этому, как на фронте насиловали всех подряд. И такое впечатление создается, что, значит, все женщины как по одну сторону фронта, так и по другую сторону фронта, все были изнасилованы. То есть, кто бы ни появлялся на фронте, там, где Красная Армия, там было тотальное изнасилование всех женщин. Ну, это вот реально, эти психи вот именно так считают. Это не просто русофобия, это клевета на целое поколение. Это значит, что мой дед, погибший в 42-м году и присылавший с фронта письма своей семье, кого-то собирался там изнасиловать. Это значит, что другой мой дед, который дошел до Берлина, беспрерывно занимался какими-то изнасилованиями. Это значит, что мой дядька, который тяжело раненым инвалидом вернулся в 19 лет с фронта, кого-то там насиловал. Что два других моих дядьки, участвовавшие в боях, один артиллеристом, другой пехотинцем, тоже кого-то там изнасиловали. Ну что это за подлость? Что это за гадость такая, которая вот сидит в мозгах у придурков самых настоящих, которые клевещут на целое поколение? Они приводят хотя бы один пример, конкретный. Да, вот они показывают этот видеоролик конченого придурка. Он был лейтенантом войны. Мы что, не знаем предателя из лейтенантов войны? Мы знаем. Самый известный Александр Яковлев, член Политбюро, один из организаторов крушения государственности, разрушения единства нашей державы, не распавшейся, будь то бы вот она так вот хотела так развалиться, вот сняли какое-то ограничение, она развалилась. Нет, сознательно разрушили государство. Оно было под советской коммунистической властью, но это было наше государство. Его развалили, нам радоваться, что отлично, СССР больше нет. Да не СССР, нет, Россию развалили, вы что? И значит, вот, пожалуйста, вот вам лейтенант войны, полный подонок, полный. Второй там, я не знаю, писатель Даниил Гранин. Этот человек, который, да, тоже прошел войну, писал абсолютную клевету про войну. Как только СССР рухнул, можно, и пошло-поехало. Вот другой писатель, там, Григорий Бакланов, считающийся советским писателем, на самом деле еврейский писатель, тоже лейтенант войны. Пока КПСС был, писал в одну сторону, как только все закончилось, сразу переключился в другую сторону. Я не знаю, там журналист, военный журналист Илья Эренбург, который первый запустил ложь о том, что в Освенциме 2 миллиона человек было уничтожено промышленным методом. И сейчас то же самое это продолжается. На телевидении нам рассказывают, что было промышленное уничтожение людей. И что, значит, из кожи людей делали перчатки. Ну, там абажуры делали, вот весь этот абсурд нам рассказывают и мешают нам в голову. Но такие же ровно предатели пишут и говорят о вот этих массовых изнасилованиях, которых точно не было. Потому что я не знаю, с кем вы общались. Вы, вот те, кто считает, что так оно и было. Вы общались с вот этими сексуальными маньяками, которые дожили до 90 лет. Я общался с ветеранами многократно. И ни малейшего даже намека не было, чтобы эти люди могли бы себе такое позволить. И я, естественно, там 4-5, ну, они все время появляются, подкачиваются новые, приходят и начинают рассказывать вот эти байки, подлые, подлейшие байки из склепа. Вот, и я, конечно, их всех перебанил, и все их подлые комментарии стер. Это не антисоветская пропаганда, как они считают, это прямая русофобия. Они нам рассказывают не про ужасы коммунистического правления, которые в самом деле были, и что там творилось в НКВД во время войны, или там в СМЕРШе и так далее. Они не об этом рассказывают. Они клевещут на наш народ.
который как будто бы действительно состоит из одних, вот только их как бы выдвинение на фронт, они тут же превращаются в сексуальных маньяков. Это подлость невероятная, невероятная подлость. И я плюю в рожу этим людям, вот не могу лично это сделать, но была бы возможность, взял бы за уши, дал бы лбом в нос сначала, там плюнул в эту харю. И я просто прошу, вот видите таких людей, как сказал, ну просто вот, я не знаю, тяжелым по-тупому обязательно, обязательно за такое оскорбление, это оскорбление русских людей. Это никакая не критика советского режима, это подлость. Давайте мы разделять, где русофобия, а где критика коммунистического режима. Иначе будет получаться так, опять целились в коммунизм, попали в Россию. Так как делали и к этому нас стремятся направить, что у нас не жизнеспособная страна. Какой-то конченый народ, это гнусная русофобия, которая течет вам в уши и со стороны путиноидов, и со стороны коммунистов, которые клевещут на наше отечество, Российскую империю, и со стороны вот этой либералистической публики, которая клевещет на русский народ, который, конечно, жил под гнетом так называемой советской власти, которая никогда не была на самом деле под гнетом коммунистической диктатуры. Нам все они враги, полные враги, и не надо с ними ни о чем разговаривать, обсуждать, опровергать. Они конченые подонки. Вот с ними никогда никаких разговоров. Вот только с этим, очищая свою душу и очищая вокруг себя пространство от вот этой мерзости, только тем и спасемся. Слава Руси, Господи, спаси.